Ребята, так вот, текущие проблемы у нас продолжаются. Что у нас здесь? Сбор яйца. Это уже 16:00 у нас. Все, видеоролик за подстилку никак снять не можем. Значит, подстилка у нас та старая высохла, выросла в размерах. Где-то они ее копают, конечно. Значит, сбор яйца уже был, там полклетки. И еще вот 16:00 только попали сюда. Вот, яйцо у нас легорно. Обратите внимание, яйцом есть мелкое. Конечно, его мелкого больше из-за жары. Ребята, корм поедается. Вот мы кормили только утром. Днем мы не кормили, ребята. Потому что не поедает птица корм. Да, у нас новая кормушка, экспериментальная кормушка нового направления, сделана из канистр. Грубый очень вариант, страшный вариант. Там чуть-чуть даже брак был, подделал, подкрутился. Работает очень, ребята, хорошо. Если вы посмотрите под подстилку, зерна много. Посмотрите под эту подстилку, зерна мало. Значит, недостатки, которые есть, я исправлю и сделаю кормушку, значит, будут, половина будет кормушка, а вторая половина пойдет на ведра для, допустим, ведра для этих, для воды, например, выпаях и всего остального. Вот они несут яйцо, видели, да, где несут, раскопали и несут. Ну, у нас есть, конечно, здесь чуть-чуть яйцо еще здесь есть, вот так вот. Ну, вот, два яйца есть мелкие, как бы, которые не пойдут на инкубацию, остальные пойдут. Ну, летом у нас так, летом яйцо чуть-чуть бывает, что мельче, потому что жара, никакую соду больше я не даю. Вы подлечили им вот этот диатез, мочекислый диатез под агру. Значит, видите, да, крылышки все-таки открывает птичка, но мне здесь прохладнее. Ребята, мне здесь намного прохладнее, потому что здесь дерево укрывает. А у моих цыплят легона, куда я выпустил, там ничего не прикрывает. Ребята, там жарче. Хоть я и поливаю, то и накрыто пленкой. Ребята, еще накрыто пленкой, жарко. Если бы я знал, чтобы не было, что не будет дождя, я бы вообще снял эту пленку. Понимаете? И проблем было бы меньше, продувалось бы лучше. Но я не знаю, как поведут себя погоды. Намочит он этих цыплят, и получится, что у нас они погибнут.